Всем привет, я Денис Гладкий, и вы смотрите новый сезон программы «Раскрутка R&B и хип-хоп» на лучшем музыкальном телеканале Russian Music Box. Сегодня вы увидите 10 новых клипов, которые прошли очень строгий отбор, но лишь один из них победит и получит главный приз – ротацию на главном музыкальном канале Russian Music Box. Для того, чтобы победить, участникам необходимы ваши голоса. Да, дорогие телезрители, именно вы решаете судьбу наших претендентов. Для того, чтобы проголосовать, нужно просто взять мобильный телефон и отправлять смс-сообщение с номером понравившегося участника. Первыми в нашей десятке выступают ребята из группы «Стереотип». В их песне «Отпусти» очень запоминающийся припев. Да и сами ребята не из тех, кто быстро забывается. Номер первый. «Стереотип. Отпусти». Спасибо за чай, смотри, не скучай, а в сердце больше мое, ты не войдешь без ключа. Не знаю, сколько осталось, но есть еще план. Любовь, вода. Мне некого прощать, я сам себя прощу. Мне некого прощать, я сам себя прощу. Когда парень так сильно любит, а его в очередной раз динамит, то чувства как-то сами собой улетучиваются. А ведь молодой рэпер Байрон хотел любить, но у него больше нет чувств. Номер второй, смотрим. Не надо было этих слов, типа никому не отдам. Одна любовь, читай по губам. Мои письма, сотни пропущенных вызовов. Расскажи им все, если до сих пор не выставила. Сама переписала правила, без ведома сожгла дотла. Наш амур попал в капкан, не притворяйся чистой. Я видел чувства с изнанки, с обратной стороны рай оказался не сладким. Перебила, перекрыла кислорода подачу, взмахнула крыльями, забыла все, что было раньше. Хочешь лететь, улетаешь. Хочешь бежать, убегаешь. Хочешь плакать, не плачь. Твои слезы не слаще, меня не подпускало. Люблю, но тебе это мало. У меня нету права тратить свои нервы напрасно. Теперь навечно пропащий, меняющий номера. Думаешь, я буду навсегда твоим? Нихера. Слышишь, молчит мое сердце и умирает пульс. Больше не чувств. А я хотел просто любить, но снова обожгусь. Больше не чувств. Видишь, любовь умирает, и вместе с ней умираю. Больше не чувств. Родная для нас закрыты навсегда врата рая. Отпусти меня, так будет легче нам обоим, я знаю. Слышишь, молчит мое сердце и умирает пульс. Больше не чувств. У участника по третьим номерам может быть и не такой запоминающийся клип, зато в нем много искренности. IG, каким бы ни был мой город. И третий номер нашей десятки начинающих исполнителей. Каким бы ни был мой город, но я в нем вырос. Это мой урбан мэн, это мой липец. Каким бы ни был мой город, он воспитал меня. Дал мне кров, дал мне кров, мой черед дать огня. Каким бы ни был мой город, но я в нем вырос. Это мой урбан мэн, это мой липец. Каким бы ни был мой город, он воспитал меня. Дал мне кров, мой черед его менять. Город, которому навечно прикипел душою. Город, который любит шоу, мы наводим шорох. Город, которым хорошо, даже когда хреново. Вот так мне он брат. В самую пору. Это Эльтаун, Липецк-Сити, как хотите. Город на Воронеж, реке, ровесник Питеру. Мне не забыть его, где бы я ни находился. В моем сердце навсегда моя провинция. Где-то столицы, часа 4 на авто. Построили аэропорт, но это все не то. Да нас и здесь, мой друг, неплохо кормят. Город металлургов, большинство в котором словно зомби. В 6 утра подъемы и так все будни. Чертов будильник разбудит на работу пулей. Поглощает дым заводов, получая прибыль. Все равно буду любить свой город, каким бы он ни был. Йоу, йоу, каким бы ни был, йоу.
чтобы посмотреть полные версии клипов, заходите на нашу официальную группу ВКонтакте. А зайти явно стоит, ведь не посмотреть клип следующего участника целиком – просто преступление. Исполнитель под именем Дэй рассказывает о своих отношениях через смс-ки. Все внимание на экран. Мы засыпали рядом, мы просыпались вместе, словно сговорившись друг другу смс-ки. Одновременно присылали, и тогда я понял, что тебя не брошу никогда. Давай поспорим, давай посмотрим твои любимые мультфильмы. Все мои фильмы выкинем из окон нашей жизни. Пусть у тебя другой, но ни за что на свете он не поймет, как ждешь ты смс-ок этих. Мы засыпали рядом, мы просыпались вместе, словно сговорившись друг другу смс-ки. Одновременно присылали, и тогда я понял, что тебя не брошу никогда. Давай поспорим, давай посмотрим твои любимые мультфильмы. Все мои фильмы выкинем из окон нашей жизни. Пусть у тебя другой, но ни за что на свете я не забуду сердцем смс-ки эти. Для всех девчонок, у которых несчастная любовь, группа Red Room, «Играя светом», номер 5. Играя светом, падал снег с неба, укрывая город одеялом белого цвета. Планета замирала в пределах твоего взора, вид из окна казался бесконечным и незнакомым. Машины проезжали редко, их не было после. Просто зима ворвалась в позднюю осень и загнала по домам случайных прохожих. Прежде небрежной лаской их довела до дрожи, и ты впустила снег под свое крыло, медленно просунув руку в открытое окно. Потом смотрела на то, как он тает, растекаясь по ладони, минуя память и ветер, случайно встретив твои пряди, грубой рукой холода их медленно погладил, улыбнувшись грустно, закрыв дверцу окна, пожелала сама себе спокойного сна. После короткой рекламы я представлю вам остальных участников. Не переключайтесь. Привет всем, кто к нам только что присоединился. Я Денис Гладкий, и вы смотрите раскрутку R&B и хип-хоп на лучшем музыкальном телеканале Russian Music Box. Группа .G представила на наш суд очень солнечную песню «Рядом с тобой». Долой печаль и грусть. Смотрим. Номер 6. .G. «Рядом с тобой». Париже. Но с каждым днем этот новый мир становится ей ближе. Витает в облаках и видит свысока, и в ее руке всегда находится его рука. Воу, он не супермен и не герой. Воу, он просто хочет рядом быть с тобой. Ему не нужен красный плащ и майка с буквой S для того, чтобы с земли поднять ее до небес. Только рядом с тобой, небо на ладони, сны пройдут стороной. Через пару лет А вот следующей участнице волноваться не стоит, ведь у этой девочки уже есть многочисленные поклонники в интернете. Солнце, так зовут эту певицу, и представляет она такое странное направление, как женский рэп. Давайте просто пожелаем удачи этой исполнительнице, а пока номер 7. Солнце, папа. Присядь, послушай, ведь ты же папа. Ты должен всегда быть со мною, рядом, стереть щеки и слезы своей сильной рукой. И как никто другой спросить, ну что со мной? Не оставляй меня одну, я прошу. Не надо, не кричи по пустякам, ведь я люблю тебя. И я знаю, почему ты мне так близок и дорог. Ты один такой, прям как Москва большой город. Когда Москва зажжет свои полночные огни,
папа, перед сном ты меня просто обними и на ушко скажи, что лучше дочки не найти, что всю ночь мне снились радужные сны. Скажи, что веришь в меня, и я буду рада. Всего несколько слов, больше не надо, папа. Я ощущаю тепло, и сердце чувствую биение. Всегда мечтала я с тобой смотреть луны затмения. Твоя большая рука и так пугает этот мир. Папочка, ты знаешь, ты мне необходим. Мои любимые глаза, от них так веет теплом. Я вспоминаю все советы, их повторяя целиком. Их повторяя целиком. Клип следующих исполнителей лично мне запомнился наличием в нем высокохудожественных кадров. В этом видео есть на что посмотреть. Номер 8. Плямо фит Максим Дедков с песней «Не соединить». Не надо, не буди, потихоньку сжигаю чувства, лишь их огонь меня греет. Пепел в небеса, топчу последнее, не веря своим глазам. Сплошная кончилась, приписывая ложь нам, все отдам. Наверное, так было раньше, звонки не успокоят, боль пульсирует. Чаще отпусти, сотри из памяти эти 7 цифр. Взлетай свободно, облака откроют шифр. Душить мысли теперь уже вошло в привычку, жалость сама ушла. Погасив свою свечу бессонницу, начал крепко держать за руку. Она молчит, и лишь я все что-то пишу. Слова осевшие плотно на жизни страницы, перевернув на чистую, с нуля не ошибиться. А сколько, и скажи, этих листов надежды, когда придет это время увидеть рубежи. Не буди во мне спящего зверя, я словам твоим больше не верю. Оказалось, что слабыми были узлы, либо тонкая нить. Клеят угли между нами, были чувства пустыми. Клип следующих участников действительно красивый. Когда я в первый раз его смотрел, сразу запомнилась музыкальная аранжировка. Но самое главное, чтобы он понравился вам, дорогие телезрители. Ведь от вас зависит, кто выйдет победителем из этой битвы. А сейчас смотрим клип SF. Не убивай. 9 номер. Кто-то говорил, любви нет. Но тогда скажите, почему столько лет возникает этот холод в груди? Я бы сказал, останься, но скажу, уйди. Лишь тебе одной хочу спасибо сказать, несмотря на то, что не объединяла кровать. Все эти ночи из души на лист, а той, что хочет, но боится любить, не скрывая чувства. Я уже просил, не убивай любовь. У нее нет сил не обновить всего, что было раньше. Я постараюсь забыть и пойду дальше, а ты просто послушай это, вникни каждой клеткой в эти куплеты, что я писал, будучи в душевном гипнозе, о тех чувствах, что сидят во мне занозой. Отбросим ложный пафос, ребята следующего дуэта благодарят своих мам. Это очень смело, браво, ребята. Натан фит Кумар Ракум, «Письмо маме», номер 10. Я долго ждал и подбирал слова для этой песни. Старался быть открытым и максимально честным. Копался в взрослой жизни, брал основу с детства, с того, что знал, и то, что не было известно. Спасибо, мам, я не знаю, с чего начать. Так много слов, а мне так сложно что-то сказать. Мне стыдно, смешно, странно, очень грустно. Обидно, хорошо, уютно, пусто. Знаю, не идеальный сын, мам, но все же, прошу, пойми, твой сын фанат музыкальных дорожек. Я строю жизнь, мам, музыка моя стройка. А ты все думаешь, что сын болен фигней какой-то. Мне и вправду стыдно и как-то неловко. За столько лет всего куплет с непонятной рифмовкой. Сказал бы больше, но я волнуюсь и туплю. Это специально для тебя, мам, люблю. Говорю спасибо, я тебе одно. Давайте еще раз вспомним всех участников. Стереотип «Отпусти». Байрон «Больше нет чувств». IG «Каким бы ни был мой город». Day «СМСки». Red Room «Играя светом». Точка G «Рядом с тобой».
Солнце, папа. Пляма фит Максим Дитко, не соединить. SF, не убивай. Натан фит Кумар Ракум, письмо маме. Жаль, что уже на следующей неделе мы попрощаемся с двумя участниками. Но тем более ценен приз, так что голосуйте за понравившихся вам исполнителей. Напомню, что посмотреть все клипы, а также принять участие в их обсуждении, можно на нашей официальной странице ВКонтакте. С вами был Денис Гладкий. Увидимся ровно через неделю. Пока!